Открывать навигатор, Слава. Всем привет, мы в Мысливке. Вон маршрут. Вон маршрут. Я ничего не знаю, но знает он. Я только хожу. Да ми як він побачив, там сам не знаю. Вон маркер. Так, веселые подъемщики уже начались. Так, это мы вот приехали. Сколько сейчас времени? Ну, Слава. Хорошее время. Где-то 11. Да. В общем, добрались попутками. Еще даже не, с поезда еще даже не евший. И вот сейчас думаю где-то тут присесть, да, перекусить и подниматься наверх. Не, нужно перекусить, полежать. Да, полежать. Так, ну что ж. Потому что я... В общем, недалеко мы отошли вот это место. У нас перекус. Сейчас идем. Я пойду вон. Ой, где? Воды наберу. О, блин, тут болото. Да себе. Я представляю, что там от Расахана творится. Там такая же дорога. Так, товарищ сказал, что тут где-то малина есть. Где она? А, вот оно. Ого. Так, хорошо, малину по дороге назад. Сначала наберу воды. Эх, запах леса, то что надо. Откуда это все течет и впадает вот сюда. Она может туда вот карабкаться. За деревьями не видно. Короче, начался первый подъем. Вон тропа там. Но мы срезали с лагеря вот так вот. И вот вверх. Я влез в болото. Загруз. Там обманка такая была. Встал, я залез. Нога загрузла. О, отлично. Полянка. О, маркер маршрута. Поваленные деревья, все как надо. Ну это ничего, зато какой запах в лесу классный. Оп. И главное, погода хорошая. Походу эти деревья недавно упали, бо они бы уже были опилены. Тут уже птиц слышно. Внизу даже птиц не было слышно.
О, это вот сейчас нам тем лесоповалом. Красиво, ага. Ну, это еще такое, да? Да, там будет зеленый с таким матово-зеленым. Вот, смотри, вот это вот классно. Видишь, как оно. Мох такой. Да, немного болота. Но так, в принципе, можно выбирать. Где вставать? Вот так вот в раскоряку. Вверху вырубка видна. Так, ну ладно, идем по чуть-чуть. Фу. Что это за монстр? Что? Смотри, монстра сделали. А, это корень, смотри, выглядит как монстр какой-то. Ну это дерево. Я видел. Так, куда поворачивать? А вон тропа туда идет. Блин, ничего себе, тут оно валится. Походу тут обойти надо. Это там, по-моему, вода шумит. Там внизу, это вот, где я набирал. Это она оттуда сверху течет. Блин, скользко. Ё-моё. Да, вон вода течет. Надо бы где-то тут тоже воды набрать, потому что там дальше до половины Немайского вообще воды не будет. Где-то тут еще можно набрать. Фу, ну ладно, идем. Только остановил камеру, вот тут вышел на этот водопадик. Надо такое же снять. Лично мне такой маршрут лучше, чем Черногорский. Тут у меня более живописные виды. Вот идет и ест конфету, так возьми эту бумажку в карман положи. Ну да. О. Ого. Так, ладно, тут надо держаться. Вот тут можно убиться. Под самым краем. А может пойду. Хотя, блин, тут палка нужна. Слушай, может наверх?
Вон какая-то дорога. И стрелка указывает. Да, и стрелка указывает, что на. Я вижу. Я уже хотел. А ты, наверное, просто к ручью спуститься. Ну да. Все в порядке, идем наверх. Не, связь еще будет. Ниже пустошака еще будет связь. Да. Ну я сейчас пробовал там. Ну там звонить внизу. Вот сейчас ты оценишь. А, в принципе, нам туда не надо. Смотри, какой-то долбоеб, блядь, снова. Только не начекайся. Да, смотри. Вот я подобрал снова. Возьми на рожек будет. Ну да, я взял. А вон тут еще. Ну нормально, что? А, я понял. Фу. Так, хорошо. Слишком долгое видео тоже не прикольно. В общем, там дальше где-то на вершину сейчас зайдем, там сниму. Черничка. Поход затягивается. И она тут по всему склону. Ну тут ее, конечно, немного, но она есть. И это радует. Подкрепился, идешь себе дальше. Ого! Ага. Еще под ним? Не, я под ним, наверное, не пролезу. Блин, как я люблю вот. Ты мать моя дорогая. На этом маршруте я люблю прямо вот такие вот места. Мне придется вот так вот. Короче. Не, рюкзак не пускает. Держи меня за руку, я тебе сейчас скажу, как перелезть. Ну давай, пожи, стой. Два руку. Ну не, пожи. Эту держу, да, и очень крепко. Не, вот, не-не-не, так. Да, и очень крепко. Держу. Оп. Ага. Ну так, да, можно перелезть. Все, теперь... Если там что, можешь дать мне руку, и я тебе тоже. А где ты там вставал? Вот на сюда, это? На это бревно. Да. Блин, у тебя ноги тут подлиннее. Да, да, да. Ну давай, короче, держи. О, экстремальненько. Опа. Стоишь хорошо? Да, да. Ногу забирай. Угу. Тут просто обрыв, поэтому такие меры предосторожности. Да, лучше. Так, оператор. Ага. Прошу. Так, черники уже не видно. Ну ничего, она там дальше будет. А главное, что сезон начался для нее. А то в прошлом году на Свидовец ходил. А там я кот наплакал. Оп. Короче, видео получится затяжным, как я люблю. А то все хочется снять. Все классно. О, а не это.
Я думал, то малина. Не, це якась вовча ягода, походу. Оп. Ускакал. О, смотри, ничего себе, смотри. Ва! Это же даже редкостная фигня, слухай. Это же та. Шелковица. Это не шелковица. А, это как ее, ежевика. Ежевина. Ежевика. О, да, машина. Крутяк. Не дуже, кстати, поширена штука. Как-то так, что ее никто тут не увидел. Прямо на тропе. Так, все, привал, я буду жрать. Так тут ее нету, где она? Мы уже сели. Да какое нету, смотри, дивися. Да? Ну, ладно, ну, это. Все, слава. Все, привал. Обед. Обед. Обед, так. Все, мы на обед уходим. Что-то тут резко потемнело. Капец какой-то. Чтобы еще дождь не пошел. Дима спустился воды набрать. И сполоснуться. Потому что тропа поворачивает туда, вверх. И там уже вряд ли воду можно найти. Пока тут есть, надо набрать. Да, блин, так погода резко прямо поменялась. Только что солнце светило, пока он спустился, уже потемнело. Капец. Всякая живность прыгает, летает. Блин, я уже думал, что мы вышли на малый пустошак. А это еще не вышли. Там еще идти надо. Ну, к этому подъему нет конца и края. Сколько же уже можно? Уже тех серпантинов напетляли. Можно было бы весь Черногорский пройти, пока сюда заберешься. Фу. Ну вот уже почти где-то забрались. Но эти последние метры тяжковато даются. Фу.
какой-то набрали. Смотри, мы уже за гору зашли. Уже с другой стороны. О. Блин, и вон там верхушка, походу, где-то дерево обломано чуть выше. Блин, сколько тут этих подъемов. И вот кажется, что вот там уже все. Но по факту там точно так же три таких вот подъема было. Казалось, что вот уже все, вершина. А там еще такой же подъем. Ну, может быть, все-таки уже все. Вершина. Бо уже сил нет. Так и да. Ну я. Может. Было бы приятно посидеть. Сейчас, чтобы убедиться, что там действительно уже ровно, они еще один такой же подъем. О, блин. Мне кажется, сильно газа не давай. Я просто чуть-чуть постоял, отдохнул, и сейчас ага. Можно рывок сделать. Но все равно, сильно стараюсь не газовать, это вредно. Фу. Не, походу уже вершина. Неужели? Фу. Сейчас еще чуть-чуть. Не, опять подъем. Но уже вроде бы не такой сильный. Вот такие вот обманки. Вроде забрался, вон там опять подъем идет. Ну, тут уже, скорее всего, что еще чуть-чуть. Продвижение резко замедлилось. Это все черника. Ого, куда он уже зашел? Ладно, сейчас еще сорву, блин, уже. Не знаю уже, какую рвать. Рука уже синяя. Тут мелкая, там крупная была. Так, до пустошка еще 500 метров. Осталось. Если бы не черник, это уже бы взобрались. Хочется идти и срывать и есть. О. Надо ускориться. Наконец-то взобрались на эту вершину. Блин, конца и края ему не было, этому подъему. Так, там походу сейчас какие-то камни должны быть. Или это еще? Еще не все.
На черник уже не обращаю внимания. Бля, дождь капает. Чудесно. Надо идти в укрытие, там еще эти камни. Хотя бы, блин, камни проскочить. Идем, дождь идет. Сейчас быстро проскочим в лес. Любимые поваленные деревья, аж по две штуки. Блин, сколько уже тех деревьев перелезли. Что там, птичка какая-то. Так. Капец, тут уже какие-то дебри. Куда идти? Как-то вот так, наверное. Так, маркера что-то не видно. Я уже не помню точно, куда идти. Наверное, вот так вот. Да. Что это такое? То ли вверх, то ли куда. Похоже, вверх. Блин, у меня уже шнурок развязался. Так, ладно. Карабкаемся. Ой, вон нам на тот пустошак еще подниматься. Вот, а, это все сегодня? Первые россыпи. Ну да? Ебать. А нету какого-то простейшего метода у людей? Есть. Вон тут развернуться назад и спускаться. Так, ну ладно, будем идти. Вон там выход. Так, короче. Блин, там дальше еще есть, ну ладно. Первый раз, когда я по ним шел, я думал, что это жесть.
было страшно каждый шаг делать. Дима, ты идешь? Да. Давай бы тут поворачивает тропа, чтобы ты увидел куда. Да, налево. Я тут. Так, о, блин, дальше уже усложняется. Короче, держись с левой стороны. Ох ты ж, ё-моё. Ничего себе. Так. Будем вставать. Ничего страшного. Так, ладно. На сей раз палки уже хочешь выйти? Нет. Там просто равновесие потерял. Блин, аж до самого верха. Трошки ногу потолк. Ладно. Блин, пакеты кидают, ну нахрена их сюда кидать? Что за люди? Бумажки, пакеты. Фух. Офигенный видок. Ладно, сделаю еще пару фото, бо видео, в принципе, и так понятно, уже там конец. А, красотища то какая. Даже матом ругаться не хочется. Да? Не хочется. Но надо. Сделали тут небольшой привал, перекусили. Вроде бы уже появилась какая-то энергия. Это уже совсем сил не было. Мы же тогда еще ложным путем пошли. Тогда я завернул в эти тропа, потом типа наверх тропа шла. А оказывается, она там вообще никуда не шла. То пришлось по азимуту вверх подниматься. Так, хорошо. Тут черника, но мне уже ее даже не хочется. Я уже думаю, как бы дойти до лагеря. Я думаю, там то точно она есть. Уже лучше там спокойно перекусить ее. Будем идти.
Да, конкретно тут было повалено. Капец. Так, и что это? Форт Боярд. Да. Ого, это что такое пищит? Чего себе? Ну что, вот так вот перелазить, но... Везет, что можно и обойти. Живописненько. Ух ты, какая удача. Он живой. А что это с ним? Это слизняк такой. Синий слизняк. Прикольно, стрельни стань на него. Этот папороч придает здесь прямо ощущение каких-то джунглей. Еще один. Где? О. Не, не, не трогай.
все. Прикольно. Умеешь ты на камеру это сказать. Да какую камеру? Ты закрыл видео. О, точно. Ну его это слышно. Я делился впечатлениями, только что на Слава все вырежет. Ну, вырежу, потому что я колпачок забыл снять и не было видно видео. Я уже тоже то, что сказал Дима. Под звуком пить. Ну что ж, вот пустошак. 1423 метра, ё-моё. Это капец, как так можно запариться с ним? Кто-то уже сапоги откинул свои. Реально, блин. Скажи людям это при том, что человек в прошлом году полумарафоны бегал. Я. А если вы не ходили в походы или не бегали полумарафоны, то не стоит рисковать здоровьем. Особенно если одному. Я то один раз тут один прошел. Так, ну что, нам дальше будет спуск. Сейчас мы сделаем перекур. Ну как перекур? Посидим трохи. Мы то не курим. Ну вот, сейчас посидим и начнем спуск. А там уже полонина немецкая и привал. Отлично. Это спуск штука. И вот вниз. Пальцы начинают трещать на ногах. Вот так оно. Такой резкий спуск. Без всякой подготовки. Раз и уже спуск начался. Так. Ух ты, елки, спокойно. Тут этот лесоповал вечный. Всегда тут повалены деревья. Болото трохи. Так. Ну, вон туда. Кажется, тут тропа когда-то терялась, когда я тут был первый раз. Но нужно было трохи вперед пройти, и она появлялась опять. Ой, ё-моё. Уже близится вечер, идем целый день. Капец, маршрутик. Ну как целый день? Полдня. Мы приехали почти в 11 с чем-то. А, да, 11:30. Потом еще там перекусили. И в 12:30 отправились в путь. Оп.
уже скоро, по-моему, будет полонина, и на сегодня будет уже все. Блин, этих коряк все больше и больше. Ладно, надо уже руками хвататься. Ты счастлив, да? Вот мы вышли на полонину, наконец-то. Полонина немецкая. Мы на нее-то вышли, но тут еще тоже чесать и чесать. Но уже хоть по прямой, а то на этих спусках пальцы так болят. Не, а, вон люди, я думаю, кто, кого-то слышу. Нифига себе, там палатка. Так, я надеюсь, тут никаких зверей нет. Табун, царь, в этих лопухах. Типа змеи там. Блин, крапива только есть. И болото. Ух ты ж, ё-мо! Блин, крапива тут прямо... О! Прошли! О! Хорошо-то как! Так, у меня там села батарея. Вот сейчас как раз заряжаю. Думаю, сниму чуть-чуть вечером. Тут еще ребята пришли. Так це анатомічне це покриття. Мошкари тут просто ужас. Красиво там вдалеке. Ну что, вроде погода должна быть. Ладно, ставлю пока заряжаться, может вечером еще что-то будет интересно. Получается? Ну да. Тут, не знаю, как тут я буду лежать. Скатываться будешь, как и я. Да. Тут лягаешь и видишь. Вечерние посиделки. Всем привет! Снимаю утренний пейзаж возле такого живописного места. Солнце еще не взошло. Где-то там оно должно быть. Похоже, из-за этой мглы ее тоже не будет видно.
траве роса. Все еще спят. Солнце зашло, красота. Блин, эта мошка меня всего покусала. Какая она злючая. Доброе утро. Да, не так, конечно, как было 3 года назад, но дождя нет, и то хорошо. Так, хорошо, надо идти уже собираться, пока свежие силы и не так жарко, пойдем делать. Так, 8:24, мы отправляемся в путь. Да? Но мы рвать не будем уже. Тут главное без напряга выйти на самый верх, и все, уже будем спускаться. А вот то, что я натер на ноге, это, конечно, печально. И пластырь не помог. Прилепило оно где-то в другом месте. Уже прикасается. А, блин, вон тропа. Нам не сюда, вон туда. О, блин. Угол подъема, конечно, жесткий. Ладно. Да. Что мне аж... Все. Бицепс бедра чувствует это. Сбираемся. Такие вот тут ковровые покрытия. Это, конечно, круто. Тяжковато после вчерашнего, еще и ногу натер, поэтому идем не очень быстро. Но, тем не менее, успеваем посмотреть на виды. О, опять завал, что ты будешь делать? Хотя может там перелезть. Наверное, уже 30% пройдено. До вершины. Ой, так. Ой, там завал. Фух. Ладно. Так, вот Горган Илемский.
Мы уже час идем. И вот, походу, еще минут 40 туда взбираться. Черника растет, периодически срываем, но уже не так активно. Надо идти вперед. Бо солнце, сейчас будет открытое пространство, солнце будет так палить. Надо быстро это прочухать. Вон черника. Она такая мелкая тут. Болота такие тут, капец. Ой. Да, сейчас будет жестко сбираться по этим камням. Я еще и не помню, в какую сторону идти. А, где-то тут вот так. Ладно, взберусь там сейчас пару метров выше. Ладно, тут без камеры, но сильно жестко. Да, нас догнали наши попутчики вчерашние. Ну, нас пропускаем, бо мы так не спеша. Наверх вон туда. Так, ну что ж, чуть постояли, можно идти дальше. Оп. Продираемся сквозь этот жереб и болото. Да, тут уже видочек то, что надо. Смотри, как красиво. Ну, короче, на морях лучше, я понял. Да? Да. Фух. Что, десь в Крым поехать, то мне больше там нравится. Вот там. Вон лучик пробивается. Ладно, идем дальше. В общем, до вершины почти добрались. Там еще трохи пройти по жеребу надо. А тут всякие вот эти хрящики закрывают, видишь, о чем я говорил. Там будет выше трохи.
О, блин, этот жереб. Все, вот вершина, там эти товарищи, что нас обогнали, уже там отдыхают. Правда, у них рюкзачок-то. Литров на 30. Фух, наконец-то мы это сделали. Яйко и Лемске напротив. Туда, туда, нам туда, так что нам лучше туда смотреть. Так, хорошо, трохи посидим, пойдем. Короче, нашли тропу, идем сейчас. Ну, так есть, они вниз. Особо внимание. Вот там красивее, конечно, образы. Так, конечно, на любителя поебаться. Блин, ну я ж тебя просил. Короче, нам вниз, дойдем до каменных полей, сниму. Слизнячок. Фу, зашли в лес с этого Горгана Иламского. Там, походу, камни дальше, или это еще идти надо. Ну, в общем, так нормально, уже после этих подъемов спуск получше будет. Да-да, я забыл, что сейчас его сфоткаю. Сейчас, походу, нас ждет жестячок. Да, это он. Это он, ленинградский почтальон. Ну, я, конечно, уже не буду снимать, как я тут буду идти. Сейчас буду расчехлять палки. Потому что слишком
Тут рискованно упасть. Короче, спущусь, вон, Яйко Елемське напротив. Дима еще развлекается. Аккуратно там. Спуск серьезный, там сильно не поспешишь. Оп, это твоя бутылка? Mm-hmm. Блин, и что будешь ее поднимать? А, ну повезло. Ладно, держи ту бутылку и так иди. Или кидай ее сюда и тут подберешь. Только так, чтобы она перелетела. Оп, аккуратно. Пипец, у тебя тоже так играло? Ну, тоже да. Жесть. Ну, вот ты и пришел. Слева, слева. Ладно. Та-дам! Все. Пошла и погода. Идем. Тут, конечно, побрили склоны конкретно. Раньше тут хоть деревья все закрывало, а теперь вот полный простор. Так, где-то здесь черный маршрут меняется на желтый. Вот и мы. Так, мы идем дальше. Ага, пока черный. Ёлки. Фух. Дим, ты идешь, не? Вот тут тоже люди есть. Добрый день. Доброго дня. Добрый день. Добрый. Фух. Пенсионеры ходят в такие сложные горы. Это жестко. Так, что-то я не понял. Там лишь должен маршрут уходить влево. Может, я еще не дошел?
Ладно, сейчас разберемся. Спускался вот этим же маршрутом, которым был перед этим. И вот дошел до самого низа, там долго трошки идти надо было. Я уже начал думать, что не туда пошел. В общем, вот, туда вниз, черный маршрут, а желтый вот сюда, поворот. И нам туда. Так. Короче, вот тут приключения и начинаются. Сейчас я трошки приду. Там уже этот водопад шумит. Исток реки Мшана. Поворачивай налево. Наконец-то мы дошли до этого поворота. Так. А тут, походу, не сильно-то расчищали по этой ветке. Оп. Так, желтый маркер, все правильно. Тут, конечно, темень такая, деревья все закрыли. Ой, мрачненькая атмосфера. Так, ладно, дойду до того водопадика. Подбираемся. Оп, оп, не проходит. А вот и... как я к нему долго шел. Мне нравится. Смотри, какая прохлада, ё-моё. А, вот там надо перейти. На ту сторону. Так. Надежно тут все или нет? Блин. О! Ага. Ну все, делаем тут привал. Место красивое. Так. Так, в общем, трохи тут отдохнули и идем дальше. Тут ребята пришли, которые были на полонине, там где и мы. Идем. Так. Все, удачи. Короче, я пошел чуть вперед. О, да, конечно, хорошенько полегчало возле этой воды.
Раньше через это все приходилось перелазить. Так, дальше по плану озеро Аршица. Хотим на него зайти, посмотреть. Я там не был еще. Говорят, там классно. Так, что-то мой дружбан отстает. Ладно, подожду его, пока совсем далеко не ушел. Жаль. Все подчистую выкошено этой вырубкой. С добулы. Так, чтобы это еще тут выскочить. Так, надо. Опа, вот так. О, о. Рубят лес по-черному. И никто сделать ничего не может. Ага, вон маркер. И вот поваленное дерево. И что хочешь, то и делай. Наверное, вот так. Форт Боярд. Оно еще и шатается. Ладно. Думаешь, там пройдешь, то лучше уже тут. А, ты так? Прохладненько. Грибочки. Еще мухомор. А, это что еще такое? Лоси были бы в восторге. Нам еще тут только лося на тропе встретить. А что делать, если будет лось? Ничего. Делать вид, что ты его не видишь. А мой лось что будет говорить? Я так далеко еще не заходил. А в смысле так далеко? Ну да, до этой стадии, говорю, не доходил. Общаться с лосем? Ага.
Погода хорошая. Учитывая, что в последнее время одни дожди каждый день. Но здесь дожди попридержались чуть-чуть. Так, хорошо. Чуть-чуть снял, идем дальше. В общем, идем и гремит. Это, конечно, печально. Может, все-таки этот дождь нас обменет. Но если оно гремит, то оно уже где-то там льет. Ё-моё, чуть равновесие не потерял. Что уже даже рассказывать нечего. Уже такой уставший. Просто показываю эту тропу, эти камни, как гремит гром. Там где-то речка шумит. Ну, в общем, как-то так. Идем по чуть-чуть. Ох ты ж, елки. Поскользнулся. Это супер. Идет по чуть-чуть дождик. Не сильный. Но что-то, наверное, будет крупно. Уже аж потемнело.
И гремит, молнии уже были видно. Но в лесу дождь не ощущается, так чуть-чуть капает. И это хорошо. Мухоморов тут тьма. Да, уже, кажется, он ощутимо стал капать. А мы остановились. Капает-ка. Ладно. Фух, долго не снимал. Был дождь. Вот уже почти прошел. Иногда там капает, может, с деревьев просто. Повернули на знак Авшица. К речке идем. Так, я вот не пойму, или это, или то. Или это оно уже такое большое. Пойду сюда. Тут такой привалочный пункт засранный. Вон еще и бутылка. Чудесно. Да, попадались там такие моменты, которые я хотел снять. Но дождь не дал. Там такая вырубка жуткая просто. О, тут люди. А, это жати. Так. Ух ты, нифига, ну здорово. А вы уже тут, да? Ёлки, я тут хотел пофоткать, думал, никого нет. Вырвался, называется, на Аршицу. Так, ладно. Посмотрим с этой стороны. О, тут даже написано что-то. А, 6300 метров. Фу. Не, ну классно, да? Ну да, я тут. Было бы. Бля, чуть не упал. Если бы дождь было тепло, я бы поплавал бы. Конечно, тут не оженешься. Ну вот там можно, в принципе, поплыть. Но тут нет, тут нет. Вот там дальше. Ну я там пройду. Раз уже тут. Так, пройду я туда. Мне не комфортно, я не буду проверять, что там. Ну что, прикольненько. Ладно, сделаю пару фото, будем возвращаться на маршрут. Да. Вернулись на тропу. Идем дальше. В график, наверное, не укладываемся. Но делать нечего, надо идти. Ух ты, какой там туманчик. О, вот это круто. Наконец-то я застал этот момент. Внизу туман.
Так, дождь закончился, мы иду в дождевике, потому что мало ли что. Странник в тумане. Ох, ты же елки. Как атмосферно. Сними тот капюшон, посмотри, что творится. Туман. Типа, ну туман-то и туман, ну и шо. Туман. А, я думал. Да тумана здесь. А, о, опять вырубка. Капец. Сколько? Короче, все, со всего маршруту хана. Ну, еще чуть-чуть и да. Весь смысл ходить тут через лес. Не будет леса, не будет смысла тут ходить. С добули. Да. Це перемога. А ведь тут было точно так же, как вот. Все в деревьях. Угу. Ладно, нам туда. Так, что-то оно вроде зависло. Я даже не знаю, ли оно записывало. А, тут туман появился. Ну ладно. Сейчас пару шагов пройду, чтобы записать этот эпизод. Уже все против нас. Камера не хочет работать. Вроде бы все красиво вокруг. Оно как-то не в радость. Ладно, идем. Ну, пока идем туда, но... Ага. Это не дорога, я думал, это будет дорога. Тяжко, да. Короче, идем. Все тяжко, так тяжко, что снимать хочется все меньше и меньше. Но мы уже где-то на подходе к Расахану. И уже 7:30, даже чуть больше. Конечно, у нас задача максимум дойти до Осмолоды. Даже если уже под фонариками будем идти. Уже не так страшно. Это не через лес по дороге. Потому что уехать
Если мы сегодня будем ночевать на Рассыхане, то мы завтра не уедем. А надо уже завтра. Такие дела. Но тем не менее походик выдающийся получился. Много интересных мест. Озеро Аршеса, на которое я не был. Подпортило, конечно, присутствие туристов. Но ничего. Короче, мы держимся. Спускаемся по черному маршруту к Рассыхану. Очень жестко. Вроде бы осталось еще немного. Но тот спуск прямо капец. Один раз чуть не упал на этом болоте. Приходится ноги напрягать капец. Ну вот, кажется, да. Я уже почти бегу. Время точно не знаю. Планировали за полчаса сюда забраться. Возможно, уже где-то 8 есть. Опа. Капец. Я уже понадеялся, что за этим поворотом будет, ну, возможно, уже там внизу, но ладно, начну спускаться, тут тяжело. Рассыхан, ребята. Капец, это такой же скач, 8 часов. Но мы планируем идти до Осмолоды. Ох, сейчас будет марш-бросок. Тут просто нельзя оставаться сегодня. Надо идти. Ой, в общем, решайте для себя, стоит ли это всего. У нас капец какие мучения были по походу. У меня обувь вон уже порвалась. Я надеюсь, я дойду в ней до конца. Фух. Вот такой вот. Озеро. Не, ну красиво, конечно. Если было больше времени, но времени уже нет. Сейчас будем идти дальше. Дима еще не пришел. Тоже такой невеселый сегодня. Ну, понятно. Окей. И идем дальше. Дима там отстает трошки. Ну я уже так, потихоньку. Потому что я сильно крепко вальнул, чтобы дойти до Рассыхана. Ну и сейчас тоже надо поднапрячься. Да. Не поход, а прямо испытание. Но зато потом будет что вспомнить, глядя это видео. И все эти красивые места. Из-за усталости сейчас это не сильно, но
как-то воспринимается вся эта красота. Дома уже более, говорится, свежим взглядом посмотрю и скажу, что это было не зря. Так, хорошо. Продолжаем маршрут. Кажется, вышли на прямую дорогу вниз, которая ведет до основной дороги на Смолоду. Болота капец, смотрите, что творится. Я уже вон уже успел раз упасть, подскользнулся. Так, товарищ там в малине застрял, вот он и идет. Че, сейчас поднажмем, малины тут нету, ничего уже нас не держит. Продолжаем движение. Ага, смотрите, что. Ладно. Вот и тулим. Как-то даже аж легче на душе, что мы спустились с тех щегрей. Идти, конечно, придется долго, но есть надежда, что может кто-то будет проезжать и подвезет. Ну, по крайней мере, мы почти в цивилизации. Все. После дождей тут бурные потоки текут со всех щелей. Сейчас ночи, мы в Смолоде. Поселили нас добрые люди в таких вот апартаментах. Приняли душ. В общем, завтра будем ехать. Вот и наступило утро в Смолоде. Такая бурная речка. Скоро наш автобус будет. Я так вышел оглядеться. А то пришел сюда поздно ночью. Ну, поздно ночью это 12 часов. Добрые люди помогли. За что им большое огромное спасибо. Да. Отлично. Пилка, которая тут, наверное, круглосуточно работает. В общем, идем уже на остановку. Через 20 минут будет наш автобус. Погода испортилась, что-то
Сказали, что на вечер у них будет дождь. Но утром чуть-чуть было того солнца, было классно. А, вот беседка-то, остановка. Смотри, тут все серьезно. А, вон еще одно. Короче, тут... А вот и крас с деревом приехал. Вон какие домики. Деревянные. Это не это. Не это? Вон остановка. Космолода. Сады БУ Артема. Космолода. Панорамка. Фух. Ну что, наш маршрут уже закончился. Говорится, путешествуйте. Франковская. Через час поезд и домой. Сервиса тук залізниці. Особливо провідниці, так? Слава, якщо провідниці, то не знаєш. А от провідниці. Навіть наступила на Как тут спали? Ну ти ж пересанете, лягайте. Ноги можна помити. Їдемо вже домой в поїзді. О, що там? Їдемо домой, проводниця вже нахаміла три рази. Ага. Тільки поїзд тронувся. Так вона вже успіла нахамити, поки я ще туди не зайшов. Ну так. Ти що, мені можна туди йти? Так, так, вийти. А мені можна туди йти. Машка, то з тобою хочуть йти. Це Любчик, іди. Зараз туди.